Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Сергей Ворожейкин долго не мог выбрать, чем заниматься – боксом, вольной борьбой или рукопашным боем. Самарский универсальный боец побеждал и становился призером на разных турнирах, пока не пришел в новый вид спорта для Самары – бои без правил, и понял – это то, что надо. На ринге рефери разрешает побеждать почти любым способом. Удары локтями запрещены, удары коленом в позвоночник, в паховую область. Первый кубок Самарской области по смешанным единоборствам собрал на ринге 8 сборных команд из разных регионов Поволжья. 7 весовых категорий, более 60 спортсменов. Из них более половины местные из Сызрани, Тольятти и Самары. Наш вид спорта достаточно молодой. С 2012 года зарегистрировалась Федерация смешанного единоборства России. Мы как бы начали уже свою подготовку там юных спортсменов. Но основная часть бойцов, как бы титулованных, это в основном бойцы, которые пришли с других видов единоборств и выступают по нашим правилам уже. На десерт организаторы приготовили любителям ММА 4 профессиональных поединка. В одном из них за победу сражались девушки из Тольятти и Йошкар-Олы Мариэл. Профессионализм всегда это что? Зрелищность. И даже для обывателя это прежде всего бои, гладиаторские бои. Это всегда привлекает внимание. Зритель любит красочный, женский, профессиональный поединок. Первый кубок Самарской области по боям без правил среди любителей остался в Самаре. Из 7 весовых категорий в 4 наши спортсмены завоевали золотые медали. В призовую копилку удалось положить еще 4 серебряные награды и 3 бронзовые. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.